Всем привет! Сегодня мы приготовим сливочную пасту с курицей и шпинатом. Итак, поехали! Но для начала добудем огонь. Затем солим водичку для макарон. И ставим на огонь. После чего нарезаем филешку небольшими кусочками. Вот такими. И отправляем жарить. Обжариваем на сливочном и чуть-чуть добавляем оливковое масло. Масло нагрелось, отправляем курицу. Сразу ее посолим немножко и поперчим. Пока жарится курица, нарежем чеснок. И затем сразу нарезаем помидорку. Курицу обжарил с двух сторон, добавляем чеснок и сливки. Пока обжаривалась курица, у нас закипела водичка и добавляем макарошки. Сразу добавляем горошек. После того, как сливки начали густеть, добавляем шпинат. Шпинат наш потерял форму. Добавляем помидорки. И сразу после помидорок добавляем макарошки. Перед подачей обязательно надо добавить чуть-чуть сыра. Осталось только попробовать. У нас получилось быстрое, сочное, чесночное и самое главное, очень вкусное блюдо. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!